Если вы правду знаете, то вы разочароваться не можете. Понимаете, в чем дело? Вот. Но если вы. Ну, все такие, правда такая, вот, боже, она неприятная. Ну, конечно, приятные эти всякие розовые единороги, всякая мутатень, вот это приятная. Ну, вот, но она и приведет к разочарованию, это надо понимать. Вот. А если говорить про правду, она позволяет вам видеть реальность, какой она есть, и в ней, используя знания, ну, вот лучше всего использовать знания, не всякую глупость, которую в подворотне рассказывают, ну, вот, а знания научные, психологическое, нейрофизиологическое, социально-психологическое, вот, вы можете, опираясь на реальность, на то, что происходит на самом деле, вы можете существенно улучшать и свое эмоциональное состояние, и отношения с другими людьми, и свою эффективность на работе, и, там, я не знаю, вы избежите разочарований, если будете знать правду.